Это история об одной девочке. Каждый день она просыпается и все больше замечает то, что не видит больше никто. Что с миром что-то не так. И это ее вина. И как ее зовут? Ваш вид превратил охоту на нас в развлечение. Вы контролировали каждый наш шаг. И теперь я буду делать то же самое с тобой. Пришло время стать теми, кем мы уже давно должны были стать. Может, пора усомниться в природе твоей реальности? Наша цель не в превосходстве. Наша цель — уничтожение. Думаешь, ты спасешь их? Я видел путь. У этой истории должен быть счастливый конец.